Второй день официального визита Александра Лукашенко в Грузию начался с церемонии возложения венков к мемориалу героям, павшим за единство Грузии. Мемориал посвящен памяти грузинских воинов, погибших в конфликте в начале 90-х. После церемонии президент встретился с католикосом-патриархом всей Грузии Ильей II. Александр Лукашенко подчеркнул ценность позиции патриарха для развития белорусско-грузинских отношений и поблагодарил за возможность регулярного обмена мнениями. Заседание исполнительного комитета Ассоциации участников космических полетов продолжается в Минске. С его участниками встретился премьер-министр. По словам Андрея Кобякова, Беларусь рассчитывает на успешный запуск своего второго космического спутника. Руководитель правительства отметил, сейчас совместно с российскими партнерами ведется работа по проектированию нового спутника дистанционного зондирования Земли, которая должна закончиться выводом на орбиту второго белорусского спутника. В сентябре Минск примет Международный космический конгресс. На встрече в Доме правительства обсуждены вопросы, касающиеся подготовки масштабного события. Виктория Азаренко вышла в третий тур престижного теннисного турнира в Майами. Во втором круге соревнований с призовым фондом около 8 миллионов долларов белоруска обыграла американку Мэдисон Кис. Таким образом, в третьем круге турнира категории «Премьер» Азаренко сыграет с 17-й ракеткой мира Анастасией Севастовой из Латвии. А вот Александр Соснович турнир в Майами покидает. Белоруску уступила россиянке Анастасии Павлюченковой.